Хотел сместить Киркорова с эстрады и «Ласковая моя», где сейчас группа «Чай вдвоем». Пик популярности дуэта выпал на 2000-е годы, тогда песни группы играли из каждого приемника. Официально группа распалась в 2012 году, и каждый участник пошел своим творческим путем. Денис Клявер с 2013 продолжил писать и исполнять трогательные песни о любви, и ему не пришлось искать новую аудиторию. Он продвигает свою популярность только творчеством, и никаких скандалов нет. За все время сольной карьеры выпустил 3 альбома. В 2018 году совместно с Натали Ведой был ведущим игры «Клевер». Женат и воспитывает одного своего ребенка и второго от жены. Стас Костюшкин решил создать новый имидж плохого парня и создал проект «Одесса». Первое время его творчество слушали, но со временем слушателям он стал неинтересен. Хотел сместить с эстрады Филиппа Киркорова и назвал себя королем эстрады. С декабря 2016 года ведет программу «Очень караочень» на Муз-ТВ. Состоит в браке с Юлей Костюшкиной и воспитывает двух детей. А какая песня запомнилась тебе?